Мне тут от термофора привет. Вот выставляю, чтобы ровненько была топка, все с обратной стороны. Вкорячил дымоход. Так, сяк, отвели, чтобы выходил наверху, вот как можно дальше от балок. И наверху стропила, тоже чтобы это было подальше. ППУ будет не из готовых решений, но пожаробезопасно. Потом обнем. Вернул на стены вот эту фольгированную хрень. Ну, один фиг она была, и не пропадать же ей. Она, кстати, местами вот такая вот, вся вот, вот эта вот фольга, ага, которая лавсан, просто тупо отлетает. Сейчас будем набивать рейки, которые будут нам задавать геометрию стен. А, ну да, тут же нам еще перегородку надо вкорячить будет. Но это мы уже после сделаем. Перегородка готов, выведена куда надо, закладные где надо, в нужных местах под разное. Она полностью вертикальная. Вот это уже имитация отбивной доски, которая будет снизу. Здесь ее пока смысла нет. Вот это тоже имитация отбивной доски. Здесь понятно, где, что, куда пойдет. Это выровненная стена уже брусочками под вертикальность, плоскость, ну, закладными. А я сейчас занят тем, что готовлюсь сюда организовывать пол обратно. Вот из таких вот досочек был. И теперь я их сюда буду обратно возвращать, но не прикручивать к этим вот балкам, как он будет. А он будет здесь свободно лежащим щитами. И вот эти вот имитации отбивных досочек, она мне нужна, чтобы подогнать к ним туда. Чтобы вот он был, как бы это сказать-то, ну, зазорчик имел, но свободно можно было потом поднять. Вот, продолжаем нашу баню из говна и палок. С палками пока еще работают до хрена, вот с говном проблемы потихонечку наступают. С говном мы потихонечку завязываем, потому что приходится уже переходить к скором времени к чистовым материалам. А там оно как-то вот не очень из говна получается, и получается подороже. Бюджет начинает расти. Ну, все равно краим, сколько можем краим. Как-то так выходит, это будет один щит. Надо, чувствую, его будет шлифануть и стянуть вместе снизу. А здесь будет такой же второй щит. Было в таком состоянии. Мало шлиф машиночкой прошелся. Ну, чуть освежил, будет получше. Они уже все стянуты в цельный щит. При желании можно будет вытащить. Здесь будет еще один такой же щит. Там маленькая вставочка под заглушку, там под вентиляцию. Здесь тоже будет вставочка. Продолжаем работать с палками. С полом закончено. Обновили. Обновляли шлиф машинкой, наждачкой. Достаточно утомительный это процесс. Рубанком не хотелось, потому что это гораздо больше слой бы снимало. А нам чисто обновить надо было бы. Да? А еще лучше это, конечно, брать вообще новые досочки, потому что, ну, там вертолетик где-то надо подтягивать было. Они стянуты снизу поперечными лагами из листвяка. И новыми бы это нам вышло где-то порядка 3 рубасов вот на это. Да, да, дерево дорогое. Вот. Продолжаем. С палками по стенам. Вот эту вот сейчас надо геометрию. Вот эту нам выровнять надо. Вот как видно, да, она вывалена.